Всем здорово, народ! Соник Мелькарбарка, это у нас Кубок Нации, так называемый Cup of the Nation! Грозный Борз Рагнар, то есть не Грозный Борз Рагнар, а Грозный Борз против Рагнара, Силивкиды против Кимерии. Силивкиды моя любимая фракция была всегда, еще со времен Первого Рима. Во втором Риме они немножко кастрированы, ну, кастрированы в смысле, что у них есть все. И у них есть хорошие войска, достаточно элитные, но ценники у них какие-то, блядь, заоблачные, поэтому собрать нормальную армию по классическим правилам, я не знаю, какие правила, на самом деле, я их даже не читал, признаюсь честно, да, я, короче, ленивая жопа, и я даже не стал читать... правила, по которым играет Кубок Нации, но, в принципе, давайте смотреть, короче, пофиг. По игрокам. Грозный Борз играет достаточно давно, у Челика есть даже свой канал на Ютубе, и он туда выкладывает разные тоже ролики по Total War. Когда я последний раз играл с Грозным Борзом, могу сказать, что у нас скилл был примерно на одном уровне. Ну, просто чел больше практиковался, а сейчас я вообще не играю, так что, наверное, он сейчас очень сильный. По сравнению со мной. Да по сравнению со мной, наверное, все очень сильные. Ладно, я что-то отвлекся. Кимерия. Кимерия такая бичевская фракция. Говорил про нее. Никогда она не была сильной. Сейчас она появляется. Хер его знает. Ну, скиллозависимая фракция, скажем так. Если встречаются два чела примерно равного уровня, равного скилла, то, как правило, вот эти пацаны кемерийские сливаются, потому что у них единственные элитные нормальные типы — это тяжелые их лучники. Да и гоплиты у них, в принципе, неплохие, но, блядь, какие-то юноши-топоры у них тут еще есть. Где они? Блядь, вот посмотрите на этого чела, он похож на юношу, блядь? Вот я не знаю, это юноша? Если это юноша, то я хер его знает, как выглядит алкоголик средних лет, блядь. Да. Ладно. Играет Рагнар. Рагнар весьма скилловый чел. Состав за Силивкида. Восточные пращники. 4 штуки. По 2 на флангах. Копейщики-щитоносцы. Копейщики-щитоносцы. Персидские гоплиты есть тут даже. Нихера себе. Персидские гоплиты. Дальше у нас идет Мидийская конница. Генерал — это царская конница, ударная кавалерия. Мечники — это мечники в тораксах. Мечник в тораксах. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Ну и три хашки — это у нас конные застрелы. Весьма бичевские типы. Ни хера они не могут сделать вообще ничего знатным конным лучникам. Они просто получат пиздюлей, скорее всего, от них сейчас. Состав у Рагнара, раз уж мы начали про знатных конных лукарей, их тут целых 3 штуки, и у них начинается ПВП с конными застрелами. Так, блядь, мне почему-то кажется, что музыка меня перекрикивает. Я вот этого ненавижу, когда записываю, и ненавижу, когда смотрю ролики, в которых, блядь, музыка перекрикивает чела, который там что-то пытается какую-то мыслю донести гениальную, вот как я сейчас. Ладно. Стрелки это отборные пильтасты. Посмотрите на этих пацанов. Челу выдали шлем на размер больше, но нихера страшного, я думаю, он справится. Отборные пильтасты, юноши-топорники, гоплиты-ополченцы, юноши-топорники, отборные пильтасты, 2 штуки, нормально. Кемерийский тяжелый лучник, понятно. Степняки с дротиками. Кемерийский знатный гоплит, 1 штук в тылу стоит. Пельтаст пошел, но здесь рельеф местности такой, что он получает пиздюлей, я так понимаю. Показывают спину пращникам, и пращники начинают по нему откидывать. Все, отказываемся мы от слоумо и смотрим нормально. Да, начали нести потери.
Нихуя себе, они еще и дали люлей вот этим типам, к знатным конным лучникам, по 2 человека убили в отряде. Пошел залп, а не попал. Прачники по гоблитам ополченцам, остальные гоблиты ополченцы, это такая изи фигня, что не стоит на них внимания обращать и тратить боекомплект. Но вот это типичная задротская фигня, когда ты подходишь, стреляешь во врага и начинаешь сразу же убегать. И поэтому, когда вражеские хашки пытаются в тебя стрелять, они не попадают в тебя и миссуют. Вот здесь что у нас происходит? Конные застрелы ложатся, да? Да, а здесь держатся. Так, броня 40, а здесь броня 15, все понятно. Щитоносы пошли пильтастироваться по пильтастам. Попадают в шквальный огонь. Ебать. Сейчас спину залетит или нет? Залетит или нет? Залетит или нет? Нет, не залетает. Перестрелочка начинается. Щитоносы сейчас кинут пилумы по знатным конникам шляпа, но нет. Очень широко построились пацаны. Ну как очень широко? Не так, что прям очень широко, но широко. Блядь, какой же урон выдерживают вот эти вот пацаны. Отборные пильтасты, честь им и хвала. Но вот уже потихонечку начинают нести потери. Вот спину по ним прилетает, и они сыпятся. Шибко пошла. У нас здесь юноши-топоры зашли в мечниках, в торексах, получили пару залпов. Ну и все, и пиздец этим пацанам. Прошу прощения. Но тут хашки уже заходят в тыл, и грозный борз вынужден маневрировать и перестраивать свои войска. Очень много неудобств доставляют элитные конные лучники. Я их всегда беру, если есть такая возможность. Не просто элитных, а любых конных лучников по возможности. Пошла ошибка. Степники с дротиками врезаются в мечников в тораксах. Наносит им определенное количество урона и сам начинает умирать. Щитоносцы пытаются экранировать вражеских стрелков. В ближний бой идут отборные пильтасты на щитоносцев. Конечно, скорее всего, они умрут. Мечники в тораксах заходят на кемерийских знатных пехотинцев. Кемерийские знатные пехотинцы, конечно же, без проблем вырубят мечников в тораксах, наверное. Завязывается бой на правом фланге селевкидов. Селевкиды сами решили здесь драться, потому что... Почему? Ну, просто потому что так получилось, ёпты. Отрабатывают тяжелые лучники просто на славу. А мечник в тораксах не успел зайти в бой, он уже потерял здесь 15 человек. А мечник в тораксах здесь потерял, блядь, больше половины своей численности. На самом деле, не знаю, чем здесь должен побеждать игрок за Кимерию, потому что нет у него подавляющего преимущества ни в чем. Кавалерия слабее. А пехота, возможно... Ну, пехота, скорее всего, тоже слабее, да, пехота тоже слабее. Но численно ее больше, и за счет этого получается делать такие вот моменты. Степники с дротиками опять-таки чаржатся в копейщиков-щитоносцев. Прикрывают своих лучников. Пытается здесь грозный борз перегружать фланг, но у него не получается. Как-то удается оперативно на все это дело реагировать игроку за Кимерию. И вот второй подходит сюда. Кемерийский знатный гоплит экранирует здесь мечников в тораксах. И что, чарж по генералу? Да. Ха! Ну ты чего, грозный борс. Это провал. Это фейл, братан. Еще и чаржится здесь степеньки с дротиками. Ну а по центру дырочка. И здесь медийская конница добирается до тяжелых кемерийских лучников. И кемерийским тяжелым лучникам здесь пиздец на самом деле. И это может быть такой геймчейндж момент. И просто протаскивает свою медийку
Грозный бор сквозь отряды отборных пельтастов и кемерийских тяжелых. Блядь, ну они вообще не... Что, блядь, как? Вот тут только что был чардж, вы это все видели. И сюда был чардж. И сколько урона они нанесли? 7 человек здесь, блядь, 13 тут. Это нормально? Мне кажется, это ненормально. Персидского гоплита здесь сливают наши топорники, ну, судя по всему, при поддержке стрелков. Дальше здесь пытается мендийская кавалерия чего-то там добиться, но мне кажется, она здесь скорее умрет, чем убьет кого-то. Подходят здесь конные застрельщики селевкидов, пытаются убивать стрелков. И что? И пойдет в ближний бой своими знатными хашками? Да, пойдет, потому что знатные хашки по всем статам круче, чем конные застрелы. Это очень удивительно, но постепенно кемерийцы перемалывают войска селевкидов. Очень жестко перемалывают. Вот здесь пошли в ближний бой уже конные, знатные конные лучники. Кемерийские. Посмотрите, как они более эффективно убивают здесь конных застрелов. Но сейчас они могут попасть в ловушку. Да, прибежали здесь. Прибежала царская конница ударная и врезалась в знатных конных лучников. Здесь очень сильно пиздюлей получили знатные конные лучники кемерийские. Если их сейчас догонит мидийская кавалерия и убьет, это может очень плачевно сказаться на морали кемерийской армии. Но тут то же самое происходит и с генералом селевкидов. Он тоже не должен умирать, потому что селевкиды тоже не самая высокоморальная фракция, и она тоже может умереть при потере генерала. Это нехорошо. Так, что у меня происходит, твою мать? Очень высокое потребление энергии. Рим 2 Total War, блять. Обновил себе комп, но еще не успел, блядь, его до конца наладить. И какие-то странные моменты с ним происходят периодически. Так, пока я ультабался, здесь у нас что происходит? Грозный борс побеждает, это очевидно, потому что у него всего остается больше. Да, все-таки мега пососная фракция, Кемерия. И даже мы с вами все прекрасно видели, что игрок за Кемерию показывал неплохую игру, но... Опять-таки, Грозный Борс достаточно высокого уровня игрок, чтобы селевкидами побеждать Кемерию. Возможно, каких-то слабеньких нубов здесь Рагнар и будет разматывать, играя за Кемерию, но против опытных игроков, у которых достаточно высокий уровень скилла, такие фокусы не прокатят. Поздравляем Борса с победой. Всем большое спасибо. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся. Всем покеда.